Одни подумают, что напрямую обратиться к депутату Государственной Думы невозможно, а другие придут в общественную приемную, как сегодня поступила я, и получат возможность пообщаться с Вячеславом Фетисовым. Предварительная запись не обязательно, но если Вячеслав Александрович будет заранее ознакомлен с вашим вопросом, у него будет больше времени, чтобы оказать вам компетентную помощь. На прием в город Видное депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов приезжает ежемесячно. Просьбы, с которыми граждане приходят к народному избраннику, абсолютно разные. На каждую проблему он реагирует с полной отдачей, внимательно выслушивает людей и всячески старается им помочь. Волонтер Ольга Вавилова пришла на встречу, чтобы попросить поддержки в предоставлении помещения для ее благотворительного центра реабилитации детей с ограниченными возможностями. Работа с детьми, которые имеют особенности в развитии. Мне кажется, это то, что нам сегодня необходимо. И здесь, конечно, я окажу всю поддержку необходимую для того, чтобы эта тема была озвучена, она приобрела уже системный характер. Традиционно на приемах депутата Госдумы присутствует глава Ленинского района, для того, чтобы каждый вопрос нашел отклик и скорее решился. Так получилось и с жителями деревни Суханово, у которых возник конфликт с представителями потребительского кооператива. Организованные преступные группы вымогают у людей деньги. На пустом месте люди вынуждены продавать дома, компенсировать им какие-то проголосованные ими расходы, никаких документов они не предоставляют. Мне вообще, вот я сказала, что не дают ничего. Я не знаю, никакие там бюджеты, мне только счета. Валерий Венцель взял этот вопрос под личный контроль. Посещают жители Ленинского района приемы депутата и с целью отблагодарить за помощь в решении задач. Директор Центра социального обслуживания «Вера» пришел не с пустыми руками. Он вручил Вячеславу Александровичу и Валерию Николаевичу благодарственные письма за участие в акции «Я волшебник». Благодарственное письмо за то, что вот вы стали таким примером, первым человеком, который поддержал акцию. И действительно, результаты вот они не заставили долго себя ждать. Также, Валерий Николаевич, все-таки разрешите вам также наши слова благодарности. Сегодня прием посетило 5 человек. Если вы хотите встретиться с Вячеславом Фетисовым, все же лучше записаться заранее. Помимо личного приема, народному избраннику можно направлять письма на электронную почту. Юлия Погосян, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ.